Приветствую вас, геймеры, меня зовут Дмитро, и сегодня мы начнем прохождение Europa Universalis 4 за созданную нацию. Вот, такая фишечка в конструкторе нации в игре появилась в Эльдорадо, в DLC, вот конструктор, собственно. Так, нажмите на провинцию. Так, кстати, еще кое-что, подожди. Да, галочка над драгоном стоит, ну, чтобы я сразу не забыл. Вот, конструктор нации, в общем. Нажмите на провинцию, чтобы указать ее в качестве столицы. В общем, долго я думал, что сделать. Склонялся вот к этому. Сделать гордые Фарерские острова, которые всех мочить будут. Но передумал. Я решил сделать воинственную, другую нацию. Воинственную. Она будет очень сильной в плане военных всяких плюшек. Будет иметь еще колонистов достаточно много. И вообще будет полный крутяк. Так, я еще кое-что не сделал, наверное. Я хочу сделать... Так, подожди. Улучшение стороны. Фуга. Так, подожди. Это не то. Вот. Я сделаю большую. Конструкторы нации. Случайные нации. Конструкторы держав в сохранениях. Это что такое? Ну-ка. Зон создания новых стран в сохранениях. Хм. А, ну это Шайрон, нифига. Так, настройка провинции. Эта опция определяет общий базовый налог и рекрутов с провинции. Историческое значение, случайное значение, равные значения. Я не знаю, что, как можно случайные, равные исторические. Давай исторические. Настройка мира. Хиста определяет то, какие... Страны будут находиться. Нормальный мир заселен историческими и пользовательскими странами. Ну нормально. Так, историческими. Мир будет заселен только историческими. Пользовательские будут включены. Не надо. Так, это опция. Ну это понятно. Будет. У меня постановка будет на идеи. Они будут, конечно, имбовые, но. Ну вы сами понимаете, что тут рядом со мной будет находиться. А, я же не сказал пока, кого я выбрал. Ну вы увидите. Так. Все, давай примем вот это все. Так, все, давай в конструктор лезем. Этот эпизод будет как раз посвящен созданию, собственно, нации. Так. А играть я буду за главного и злейшего врага Московии и Новгорода. Это будет Коми. Вот так. Я, кстати, живу как раз здесь. Так что буду... гонять, можно сказать, за земляков. Конечно, я не родился здесь и не вырос, детство я провел тоже не здесь. Я сюда переехал, сколько, 13 лет назад. Вот, так что, вот такие дела. Но с удовольствием за них погоняю. Держава Коми. Прилагательная. Прилагательная тут очень упоротая будет какой-нибудь, поэтому. Поэтому я даже и не знаю. Так. Просто фишка такая, что Коми, да, не комийский язык, не комийские идеи, а Коми идеи, Коми язык. Я не знаю, как это реализовать здесь. По-моему, потому что тут прилагательное не должно. Поэтому будет... Так, ну-ка. Комийские идеи. Нет, комийские тогда пусть будут. Да простят меня жители республики. Так. Вот, только... Вот еще что. Можно же новую провинцию еще набрать, да? За счет очков. Вот. Сделаю я довольно большую Коми, потому что Новгород тут приличный, Московия так вообще охренеть, поэтому мы возьмем довольно много чего. Возьмем вот это, Чердынь, Пилым и Коми. Кстати, они упоролись, это не Коми. Вот это Коми, а вот это Нарьян-Мах, по идее, должны быть. Ну, ладно, упоролись так упоролись. Плюс я возьму
у Новгорода Хангельск и Холмогоры, а у этого у Московии я возьму Белоозеро, Вологду, Великий Устюг и Вятку. Так, это что такое? Удмуртия. Удмуртия, она, кстати, тоже финно-угорская. Давайте возьмем Казани, Удмуртию и Пермь. Вот. Лекамск-Кудымка. Ну, они вассалы, по идее, у этих, да? У Московии. Давайте их тогда вольнем. Будет такой у нас Коми. Сколько полок-то? Сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. У Москвы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, нифига себе имбут создал. Слушайте. Но тут такая фишка, что провинции-то бедные, вот эти. Так что я думаю, что нормально. Если бы я взял бы там, не знаю. Даже не знаю, что бы я бы там взял. Ну, в общем, нормально я считаю, что я взял. Не скажу, что эти провинции просто имбовые. По-любому будет мне очень плохо доставаться от Москвы и от Новгорода. Такие дела. Так. Ну все. Давайте кастомизации цвет на карте. Не знаю. Точно такой же цвет у России. Я через Коми хочу Россию создать. Если идеи можно будет выбрать. Но не идеи эти. Культуру, если я смогу выбрать. Я что-то не помню, можно ли тут культуру выбирать. Потому что кастомными странами я не пользовался. Я просто редактор как-то тестил. Ладно, ну, цвет. Ну, пусть такой цвет и будет. Привыкать начну сразу. Эмблема. Нет, эмблема мне нафиг не надо. У нас будет флаг. Простой. Так, а без эмблемы обойтись? Нет, не слышали. И потому что она нафиг не надо, честно. Ладно, сейчас посмотрим. Гербовое поле. Блин. А, вот. Пустота. Пустота это. Это я что-то... Что-то как-то... Нет, нет. Нет. И не так, и не так. Ну, вот так, наверное. Да? Сейчас я проверю, какие еще есть. Там семерка, по-моему, была, да? Да, по-моему, полосочки дальше закончились. Там епохи типа всякие пошли. И довьеты. Ну, подожди. А, вот так давай сделаем. Вот так самое то, наверное. Так. Цвет флага. Так, давай вспомню. Синий наверху. Ну, тут просто уже есть синий. Так, внизу белый. Так. Белый. Так. Синий. Синий. Я не помню, кстати говоря, какой флаг точно у нас. Ну-ка. Чтобы не ошибиться уж сразу. А то... А, вот, все. Да, я прав был. Синий, зеленый. Так, значит, тут зеленый должен быть такой. Сейчас. Я найду его. Да, вот такой где-то должен быть. Или, да, вот такой лучше. Ой. Ой. Блин, что-то упоролся. Извиняюсь. Нет, слишком голубой. Да, вот такой. Синий, короче, зеленый и белый. Такой вот коми у нас. Угодится. Так, ну все, с цветами мы разобрались. Всей этой бякой разобрались. Так. Правитель. Правителя назовем Питерим.
сказ в устье стене Петигима Сорокина. Так, будет Петигим. Ну и типично коми-фамилию какую-нибудь. Будет Микушев. Вот. Возраст. А вообще хз. Какой возраст ему бахнуть. Давай. Давай сделаем его дико имбовым и молоденьким. Возраст на очки не влияет. Так, наследник. Ха! Ну давай наследнику. Наследнику сделаем сколько. Да сделаем только родившегося. Наверное. Хотя. Хотя. Давай 10 лет. Вот так. 10 лет будет. Так, Петим Микушев. Наследник будет у нас женского пола. И назовем мы его, наверное, будет Марина Микушева. Лол. Вот так. Пускай. Культура. Нет, не уральская. Сделаем русскую, чтобы Россию можно было создать. Я не могу учить особо. Так. Подожди. Я что-то не помню, в какой она ветке вообще. А, славянская, наверное. Какой-нибудь восточнославянская. Есть такое? Да, вот, восточнославянская. Русская культура будет. Так, православие. Да, потому что Стефан Пермский, он уже... тогда крестил всех там. Так, форма правления. Доход вассалов в число рекрутов. Необоснованные требования, национальные беспорядки. Давай деспотию. Графическая культура, это что такое? А, для графики, наверное. Да, восточная. Веб технологий. Ну, будет как-то неправильно брать западную. И очень упорото. И вообще имбово, поэтому обойдусь. Так. Значит, очков я подумаю. Чуть-чуть позже, окей? Идеи. Вот, идеи надо выбрать. Самая первая идея будет на колонистов. А, традиции. Традиции. А, это я что-то не помню. Традиции. Чтобы... Так. Нам на начало игры надо будет дико имбовый коми. Чтобы вообще всех отфигачил. То есть, и чтобы колонил хорошо. Потому что потом заменится вся бяка на русские идеи. Поэтому там надо будет разбираться очень много. Так, ладно. Я не помню, традиции это что такое. И амбиции, чем они отличаются. Кто-то из них, короче, я не помню, кто именно, традиции или амбиции. Кто-то из них, короче, дастся нам в конце, в самом. Ну, в смысле, когда мы все идеи закроем. А кто-то дастся нам изначально. По-моему, традиции сначала, а амбиции это так. Потом, в конце. Кстати, мне тут сразу все военное такое предложили. Ну, почти все. Прикольно. Да, традиции, может, на колонистов, если есть. Есть? Дипломатические. Колонисты плюс один. Вот. 50 очков стоит, да? А если я попрошу двух? Ну просто, чтобы быстро можно было колонить. Все. Все это. Так. Глобальная торговая влияние нахрен не надо. Мы лучше... Так, подожди. Влияние агрессивного расширения. Язычная пропаганда. Ну слушайте, нормально. Для агрессивного расширения сколько? 15%. О, 20% пусть будет. Так. А дальше будем выбирать. Было духами плюс 5. Налогов. Так, ну тут надо бы, наверное, на рекрутов сначала, чтобы с количеством что-то было. Так, административный. А, военный, точно. Мощь. Нет, мощь не буду. Буду брать конкретно вот лимит. Да, давай лимит сначала качаем. Наверное.
Митами плюс 7%. Мало. Хотя, давай хотя бы 15. Так. Доход налогов. Не, доход налогов мы в экономических идеях возьмем. А тут давайте что-нибудь тоже военное. Наверное, на рекрутов конкретно. Где тут? Число рекрутов, по-моему, да? Да, вот, число рекрутов. На 50% надо предложить. А нифига нет, на 50%. Ну ладно. Так, стоимость стабильности. Нет, стабильности не надо. Сейчас еще что-нибудь военное посмотрим. Первые идеи должны быть военные. Какие-нибудь, самые первые. Огневая мощь, мощь пехоты, нет. Стоимость не надо. Способность к осаде вот прикольно, ну не надо тоже. Содержание армии. Вот, давай содержание армии сделаем подешевле. Так, и лимит армии повысим. Можем. Вот. Такие вот имбовые у нас идеи будут. Но на то я и делаю нацию такую крутую большую. Чтобы составить конкуренцию Москве. Так, что еще есть? Флот. Флот у нас херовый будет. Плавать мы типа не умеем. Так. Кавалерии, пехот, число рекрутов. Подожди. Не то. Ежегодный спад армейских традиций. Вот. Вот это можно еще сделать. Ой, ну это слушай, очень имбово будет. Сколько там? 85%. А 1% это уже дохера будет. Не надо. Так, что еще? Есть такое интересное. Защита крепости. Дисциплина. Так. Дисциплина. Нет. Формирование полка. Давай на боевой дух. Что-нибудь. Может. Да, вот, нормально. Боевой дух плюс 10. Так. О, нас беспорядки. Вот это нужно. Нужная вещь. Слушайте, давайте, наверное, сначала нацбеспорядки будут. А лимит армии его в конец. Ну-ка. Лимит армии ты где? Калмене. Вот лимит армии. Нацбеспорядки вот так сделаем. Минус 1%. Нормально. Минус 1 тоже. Тоже ничего. Так, дисциплина. Ну, я не знаю, может хватит, может что-нибудь тут придумаем. Еще по процентам, может по престиж, по миссионеров, он в конце концов. Время национализма, время национализации врагом. Так. Престиж, религиозное единство. О, слушай, стоимость идеи. Да, у тебя-то такая штука была интересная. Ох, крутяк. Стоимость идеи минус 10%. Слушайте, а знаете, что можно сделать? Можно еще и имбови придумать. Можем, короче, вот так сделать. Поменяем местами беспорядки и число рекрутов, во-первых. Так, во-вторых, стоимость идеи содержания армии поменяем. Или содержание армии. Вот. И число рекрутов и стоимость идеи. Так. А есть еще, короче, стоимость технологий. Крутяк какой. Я, наверное, стоимость идеи сделал. Так, стоимость идеи. Сразу стоимость идеи будет, чтобы ее быстренько вкачать. И мы не парились потом. Там, может, даже вестернизируемся. Так. Эффективность торговли. С движениями. Так. Не знаю даже, что взять. У нас беспорядки уже есть. Миссионеры плюс 1. Да, не надо. Вход налогов. Дипломаты плюс 1. Колониальная дистанция. Нет флота, купцы. Невойность генерала. Генерала.
Не хочу уже ничего такого. Колонисты, на колонистов я уже набрал целую кучу. А, может влияние... А, есть уже. Ну все тогда. Так. А на сверхрешение есть что-нибудь? Такое было, по-моему, у муслимов когда-то. Нет, нету. Ладно. Даже я не знаю тогда, что взять. Можем еще что-нибудь имбовое такое. Такое убийственное. То есть национализация. Советников. А есть стоимость технологий? Ох ты, крутяк какой. Слушай. Так, и финальная амбиция получается. Давай двух дипломатов возьмем. И все дела. О, два дипломата. Нормалек такой будет. Там надо будет только назвать эти идеи еще в редакторе. Я быстро их назову. Так, и тут... Тут будем имбового дядю делать. Имбовых наследников. О, 666 в Куевете. Так, но тут полюбасу вот так надо. Наверное. Вот, 800 и получилось. Крутяк. Вот. Давайте переименовывать тебе тогда. Имя и описание идеи. Идеи. Стоимость идеи подешевеет. Даже я не знаю, как назвать. А как они называли ее? Придворные философы. Ну, философов придворных точно в коме не было. Чего-нибудь про советников, может, влиятельных. О, так и скажем, влиятельный. Ну-ка. Ой. Будет называться влиятельные советники. Вот так. Советники у нас типа или мудрые, давай влиятельные, а то как-то двумысленно звучит. Мудрые советники. Ну и напишу что-нибудь коротенькое, типа благо дорогая нашим мудрым этникам. Мы принимаем решение. Мы теперь принимаем идеи гораздо быстрее. Так. Сами беспорядки. Садим. Тут назовем вечная стабильность. Комединастия. О. Правящая династия. Стала залогом стабильности и не знаю чего. Стала залогом стабильности и, допустим, и мира во всем мире.
жители страны это очень ценят. Число рекрутов. Как назовем? Военкомат. Первого в мире военкомата число наших рекрутов, число подлежащих призыву солдат заметно увеличилось. Боевой дух армии. Ну это легко. Наверное, так. Наступательная традиция. Или нет, наука побеждать. Будет. На основании... вечных побед и суд я поражений наша армия теперь сможет сокрушить любого противника только за счет силы духа. Вот так. На лимит армии что-нибудь. Не знаю даже. Большой... большому государству большая армия. Наша страна существенно шире власть. Это даст нам возможность содержать гораздо больше ее защитников. Ну, содержать в смысле это вот так. А тут что-нибудь про дешевые пайки. После введения системы пайков нам удалось серьезно сэкономить на армии. Вот. И стоимость технологий еще обзовем. Научный прогресс. В нашей стране случилась научно-техническая революция. Так, теперь мы
продвигаемся в технологиях гораздо быстрее. Все. Все идеи обозвали. Страну сделали. Великий князь Пяти Микушев с камийскими идеями. Крутяк. Так. Эго, ты 15 тысяч, пойдем. Пойдем войск всего 10. Как-то мало, слушайте. Нам было, наверное. Надо, наверное, было сразу на лимит армии сделать. Ай. Даже не знаю тогда. Базовый налог-то 30. В Москве базовый налог 7. А нет, это Владимир Московий чисто. Ну офигеть. Ладно. Ну мы сначала на Новгород нападем. Слабее, наверное, будет. Совершенно слабее. А там уж потом с Московией будем разбираться. И все дела. Вот. Надо еще будет хороший союз заключить, скорее всего, с Литвой или с Польшей. Тогда будет полный крутяк. Все. Может даже со шведами на некоторое время подружимся. Потому что они имба. Так. Вот. Все. Готово тогда. Жму. Выбираю я коми и начинаю игру. Так, режим Iron Man. Текс. Идите имя игры. Это уже цифра 5 у нас с вами. Вот такие вот делишки. Никаких наемников. Так, политкарту, студию. А, и сразу переименую столицу, потому что она нифига не Усть-Сысольск будет называться. Она будет называться Сыктывкар. Вот, все. Так. И еще кое-что. Пилым таки должен называться. Коми. Яринск. Хм. Интересно. Ладно. Так. Колонисты у нас сразу будут доступные. Так что крутяк. Так. Хм. Да, мы... По размеру, конечно, внушительные, но паровки бедные. И это нехорошо. Как там по лимиту все-таки? Да, 10 тысяч лимитарнее. У Московии, у той же, наверное, уже больше. Сейчас. Глянем, много это Московию. Колыме. В Москве лимит армии 16. То есть мы должны будем друзей звать, чтобы их замочить. Такие дела. Вот. Так вот. А у Новгорода, кстати. Торговая республика. Ну-ка, сколько там у торговой республики, еще глянем и закончим. Уже. Новгород. Нане. Вот он. О, вот у него лимит армии 10. То есть мы будем одинаково, по сути. Мы тот же Новгород, только коми. Вот такой вот крутяк. Ну и будем налаживать отношения. Будем дружить с поляками вначале, чтобы Москву загасить. А потом уже посмотрим. Такие вот делишки. Ладно. На этом пока
закончим с вами. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении прохождения. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.